Я замерзаю, очень холодно. Фикри, иди и собери дрова. Мы здесь костер разожгем. Нельзя, я не могу двигаться, я трясусь. Иди собери. Ты же терпишь холод. Да и в дровах я не разбираюсь. Ты соберешь самое лучшее. Давай, давай. Об этом я и говорю. Мне не холодно, Фикри. Я привык. А ты трясешься, поэтому ты иди и собирай дрова. Ведь работает тот, кому холодно. Здесь хорошо, есть, пить, но холодно. Здесь невыносимо, я замерзаю. Бывают замерзшие. Что, правда? Клянусь. И что делать? Может, госпожа Шиме пойти? У госпожи Шимы? Я же здесь замерзну. Нет-нет. Лучше я пойду к ней. Там я нахожусь в хорошем движении. Холодно не будет, согреюсь. Я пойду лучше. Здесь невыносимо. Жди меня, госпожа Шима. Я иду. Жди меня, Хашим. Я иду. Возьми. Пусть останется. Правда? Пусть Аллах будет доволен тобою. Я убегаю. Укройся, а то замерзнешь. Не только замерзнешь. Ладно, я убежал. Беги, Фикри, беги. Что ты думал об улице? Здесь хорошо? Эсра, ты в порядке? В порядке. Добро пожаловать, Асым. Возьми, повесь это. Асым. Папе стало еще хуже. Мне опять звонила мать. Звонила соседка. Все дороги закрыты из-за снега. Я пойду к папе. Накормлю его супом, дам лекарства и вернусь. Эсра, ты не пойдешь, и тема закрыта. Асым, ты не понимаешь, он болеет. Не понимаю, что будет? Асым, мне нет дела до твоих родителей, понятно? Они уже умерли. Асым, не говори так. Брат Асым, ты что делаешь? А ну-ка пошел вон. Хикмет. Иди. Иди. Ступай. Уходи куда хочешь. Проваливай. Асым, ты что делаешь? Чего стоишь? Давай, не слушайся мужа. Иди куда хочешь. Асым, не делай этого. А тебе-то что? Брат, все смотрят. Пусть смотрит. Давай, ступай. Проваливай отсюда. Закрой магазин. Пошли. Эта женщина даже в туалет не ходит. Она что, робот? Черт ее возьми, кекс хочу. А у нее что, нет домашней работы? Как же весело. Мне не скучно, но буду тогда так делать. Мижде, доченька, ты иди. Вместе будем делать. Мама, мне не до этого. Я пошла в комнату. Кто в такой час? Кто это? Я, госпожа Шейма, я. Проклятие. Опять пришел этот идиот. Проклятие. Добро пожаловать. Спасибо.
Госпожа Шима. Я скучаю по вам. Не могу без вас так долго жить. Скучаю, не могу. Спасибо. Смотри. Господин Фикри пожаловал. Хашим. Хашим, до сих пор здесь спишь? Хорошо, ты спи, спи. Спи. На улице мороз. Кекс? Обожаю его. Боже мой, кекс. Вы испекли? Да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Я бы чаю налила, но вам лучше пивка, да? Как же хорошо вы меня знаете. Вы уделите время этому пазлу? 2000 частей. Не скучно. Очень весело. Посмотрите на него. Боже, так вкусно. Глупец. Я хотела его съесть. Вот ваше пиво. Господин Фикри, раз вы пришли, может быть, перекрасим этот дом? Краска уже старая. На здоровье. Госпожа Шим, я вот думаю, занимайтесь пазлом лучше. Там 2000 частей. Собрали уже 20. Еще много осталось? Давайте. Очень весело. Ты сегодня рано? Да, сестра. Рано закрылись. Садись, поешь. Я не голоден, спасибо. Кусай, милый, кусай. Фико, ешь, чтобы не падали крошки. Трудно их собирать. Сестра, когда вернемся домой? Никогда. В смысле? Что опять случилось? Ничего. И здесь не сможем жить. Я найду место, и мы переедем. Сестра, в чем дело опять? Расскажи. Ничего. Хватит. Сам ешь, милый, сам. Возьми. Ладно, я опаздываю. Мне пора на работу. Хорошо. Сестра. Я могу попросить тебя кое о чем? Конечно. Можно телефон возьму? Можно. Возьми. Если что, звоните на рабочий. Хорошо, спасибо. Хикмет, уложи их вовремя, ладно? Хорошо, сестра. Вернусь поздно. Я все сделаю, не переживай. Хорошо. Увидимся. Пока. Эсра, ты в порядке? Филис, я знаю, ты очень зла. Но мы можем хотя бы поговорить? Нет, не можем. Почему? Посмотри на меня. Ты говоришь, когда хочешь, но меня не слушаешь. Чем ты отличаешься от меня? Так и будет в нашей жизни. У нас нет жизни, барыш. Есть. Слушай меня. Почему я все это сделал? Почему купил дом? Я интересуюсь твоей сестрой. Почему я это делаю? Подумай. Ты считаешь, что мы игрушки? Ищешь приключений? Ты думаешь, это причина? Да. Потому что я люблю тебя. Защищаю их. Не хочу, чтобы у вас были проблемы. Это не важно, не так ли? Я тебя сильно люблю. Весь мир уничтожу из-за твоих слез. К твоим братьям и сестре как к родным отношусь. Ты не понимаешь это. Это нормально. Но это так. Потому что ты выросла в этом. Ты не имеешь насчет этого своего мнения. Ты не смотрел на это со стороны. Я все это узнал вместе с вами, Фелис. Я узнал, как нужно думать о других, а не о себе.
Не только ты, но и твои сестра и братья такие. Вы думаете о других, не только о себе. Например, ты. Для тебя их счастье важнее, чем свое счастье. Это хорошо, прекрасно. Вам не нужны деньги, ничего. Это очень важно. Это как чудо. Я такого в жизни не видел и не пробовал. Благодаря вам это есть. Для меня это важно. Мы уедем из твоего дома через пару дней. Ты что говоришь, Фелис? Переезжайте. Переезжайте. Уходите. Я с тобой делюсь своим. Рассказываю свои переживания. Что чувствую, что ты мое чудо. А ты говоришь мне, уходи. Уходите, хорошо? Проклятие, Фелис. Возьми, Исуф. Спасибо, брат. Добрый вечер. Доброй ночи. Моя Тилай пожаловала. Я устала, Туфан. Устала. Почему? Что-нибудь случилось? Умерла тетя Айтен. Вместо нее новую тетю привезли. В престарелом доме больше нет таких пустых кроватей. Не осталось кровати? Не осталось, милый. Может быть, в отель тебя отвезти? Не нужно шутить, Туфан. Какие шутки? Боже мой. Работа была хорошей. У нас есть деньги. Отдал все долги. То есть? Поехали с ним, хороший отель. Поспим. Ты серьезно? Конечно. Ты великолепен. Значит, мы не будем спать в этом ужасном месте? Будем спать на удобных кроватях? У нас не может быть неспокойной ночи. Хорошо. Я возьму пиджак и пойдем. Хорошо. Давай. Добро пожаловать. У меня здесь знакомая. Как ее зовут? Рахмет? Хорошо. Добро пожаловать. Спасибо. Как дела? Хорошо, а у тебя? И у меня хорошо. Пойдем, с друзьями познакомлю. Хорошо. Друзья, это Рахмет. Друг из команды по математике. Это мои друзья детства. Не так ли? Здравствуйте, я Рахмет. Добро пожаловать. Рахмет. Рахмет. Здравствуй. Рахмет. Что будешь пить? Выпью то, что и ты. Хорошо. Послушайте. Принесите того же. Спасибо. Ты с ней в одном универе учишься? Какой факультет? Я в последнем классе. Не может быть. И ты сюда вошел? У меня уже возраст, не переживай. Дуйгу, как же он участвует в конкурсе?
Приглашаете, чтобы дети поддерживали вас? Могут участвовать смерт. Важен не возраст, а ум. Рахмет умнее всех, кто сидит за этим столом. Поэтому в нашей команде. Спасибо. Не обращай внимания, хорошо? Продолжай веселиться. Проблем нет. Туфан, здесь очень красиво. Когда будем дом ремонтировать, хочу, чтобы здесь ночевали иногда. Тебе нравится? Постой, еще и комнаты посмотрим. Легкой работы. Нам нужна комната. Доброго вечера. Нормальную? Нормальную. Дайте ваш паспорт. Прошу вас. Вот ваш ключ. Отправлю, когда запишу все данные. Хорошо, спасибо. Хорошего отдыха. Алло, ну как? Я иду, брат. Хорошо. Ладно, будь осторожен. Как приедешь, сообщи мне. Спасибо, не переживай. Увидимся. Фелис? Где рабочий, который только начал? Он заболел. Заболел? Сейчас же период такой, все заболевают, и он заболел сильно. Он не должен сообщать тебе, а должен мне. Да, но у него нет номера. Почему не сообщила? У меня аккумулятор сел. Позвони тому, кто хочет работать. Если не сможешь найти, сообщи мне. Конечно. Так много братьев? У меня и сестра есть. Да, нас шестеро. Я скоро приду. Школьник, ты веселишься? Веселюсь. Эй, ты! Не пропусти время сна. У вас что, проблемы со мной, ребята? Есть. Ты уйдешь отсюда к черту, понятно? У нас не будет проблем. Боже мой! Слушай меня. Дуйгу не для тебя. Пришел, повеселился. А теперь уходи, откуда пришел. Это чересчур для тебя. Ступай домой. Родители переживают. Кем вы себя считаете, а? Меня пригласила Дуйгу. И уйду, когда пожелаю. Понятно? Нет, так не пойдет. Сейчас же уйдешь. Если останешься, дело поменяется. Посмотрим, как поменяется. Смотри на меня. Ты обрадовался, что она тебе улыбнулась? Ей нет дела до таких парнишек, как ты. Сваливай отсюда. Не свалю. Отправь меня. Посмотрим, как ты это сделаешь. Иди сюда. Пусти меня. Пусти. Козел. Скажи мне это в лицо. Скажи мне. Отпусти меня. Пусти его. Кем ты себя возомнил, а? Кем ты себя возомнил? Кто ты? Кто ты такой? Пусти меня. Пусти меня, говорю тебе. Кем ты возомнил себя? Пусти меня, говорю тебе. Успокойся. Пусти меня. Ты заплатишь за это. Понял, Рахмет? Ты еще разговариваешь? Молись полицейским. Молись. Это начал все он. Напал на нас. Не лги, как баба. Не лги. Не разговаривай. Молись той девушке. Молись полицейским. Халюк и Зеки. Возьмите у них показания. Мы с тобой еще не закончили, Рахмет. Пойдем. Господин полицейский, я могу уйти? Я же не вмешиваюсь в эту ссору. Мне страшно. Хорошо, оставь свои данные.
Завтра дай показания, хорошо? Хорошо, благодарю. Пойдем. Давай, вперед. Жизнь моя? Да. Как здесь красиво, оказывается. Это ты у меня красивая. Ты знаешь об этом? Не балуй меня. Балуйся, балуйся. Нет фикри или болов нет. Сейчас же время. Давай. Что происходит, да? Прошу паспорта. Какие паспорта? В чем дело? Паспорт? А в чем дело? Вот, прошу. Недоразумений нет, она моя жена. Жена? У вас разные фамилии. Да, ну и что? Давайте, в участок. Эти двое тоже здесь. Заява верна. Ого, хорошо, отнесите. Проституция? Она моя жена. Ступайте в участок, вперед. Скорее, скорее. Господин, я не из тех женщин, ну что вы? Ну да, конечно. Я тоже медик. Брат, она моя жена, не тяните. Будьте вежливы. Джемиль. Туфан? Джемиль. Тебя Аллах послал. Помоги нам, умоляю тебя. Прошу, спаси нас, Джемиль. Мы опозорились. Моя карьера окончена. Минуту, я не понял. Что вы здесь делаете? Это просто позор. Мы же женаты, нам не верят. Тогда почему вы здесь остались? Дома ремонт, только пришли, но... Такое место нашли. Разве можно оставаться здесь? Это ужасное место. Постой, невестка. Постой. Хорошо, я поговорю с ним. Решу все дела, не беспокойтесь. Я знаю их. Проблем нет. Я их знаю. Джемиль. Только пусть никто не знает об этом, хорошо? И кольца показываем, но не верит. Да что вы. Я же был на вашей свадьбе, я свидетель. Не переживайте. Минуту. Пусть подождут. Джемиль, прошу тебя. Хорошо. Видишь кольцо? Ты что, не мог узнать про это место? Давай, проходи. Все, ждите здесь. На вас никто не пожаловался. Молодцы, поступили правильно. Но следите за собой. В следующий раз не вмешивайтесь в драку. Заберите свои вещи. В следующий раз, чтобы я вас не видел. Иначе так легко не отделаетесь. Спасибо, комиссар. Твоих вещей нет, ты можешь идти. Господин, у меня нет телефона. Но кошелек, видимо, там уронил. Можно отсюда позвонить? Хорошо, звони. Спасибо. Алло, Мюжди, это я, Рахмет. Я прошу у тебя кое-что. Филис, я тебя сильно люблю. Весь мир уничтожит твои слезы, но ты не одна. Твои сестры и братья мне как родные. Ты не можешь этого понять, хорошо. Но для меня это много значит. Ты выросла во всем этом. Не видишь ситуацию со стороны. Я научился всему этому с вами, Фелис. Я узнал у вас, как переживать не за себя, а за других. Это так прекрасно. Деньги, богатство. Все не важно. Это нечто другое. Это как чудо.
Блин, телефон-то не у меня. Ну вот и все. Али не сможет угнать. Самую крутую угнал. Алло, брат. Миссия выполнена. Я завел ее. Супер. Молодец. Езжай к Рузе. В мастерскую, помнишь? Отправляйся туда. По главной дороге не езжай. Там может быть патруль. Думай о себе, хорошо? Будь осторожен. Хорошо, брат. Ну давай, с Богом. Я могу присесть? Конечно. Я прошу прощения. Сама не поняла себя. Барыш, пойми меня. Я не могу отличить правду и ложь. Это плохое чувство. Я хочу поверить тебе. Но мой разум твердит мне, не глупи, он тебя не любит по-настоящему. Он бы не говорил всю эту ложь тогда. А что говорит тебе сердце? Сердце говорит, иди найди его у бульвара. Если даже ты лгал, твои чувства были настоящие. Моего брата зовут Барыш. А я Сава Шактан. Избалованный мальчишка, который витает в облаках. Учился на медика. Был умным, но имел проблемы с работой. Барыш — самый умный, самый добрый и милосердный на Земле. Тебе 17 лет. А ты думаешь, как можно быть таким спокойным? Это же Барыш, он может. Однажды я сидел дома и делал уроки. Он пришел ко мне. У него были проблемы, это сразу видно. Сказал, брат, мне нужно сказать тебе кое-что. Я говорю, говори. Он влюбился. Если мама узнала бы, сразу бы его прикончила. Он поступал в универ и не мог отвлекаться. Что сказать? Он влюбился. А потом? Что было потом? Барыш, ты рассказывать не вынужден. Нет-нет, я расскажу. Я хочу этого.
Я пошел домой, как и обещал. Но барыша там не было. Барыша похитили. Тогда у отца были враги. Были какие-то проекты, планы. Они говорили о больших деньгах. Эти люди папу шантажировали, чтобы он не участвовал в проекте. А он обещал, что все решит. Пошел в полицию. Но не смог решить. Барыша убили. А знаешь, что потом было? Он с большими деньгами, начальник. Но своего сына не смог спасти. Знаешь почему? Потому что выбрал деньги. В тот день умер Саваш. И не смог быть добрым, как он. Я знаю то, что я смогу быть таким, как он. Но я хотя бы буду носить его имя. Алло. Роза, привет. В магазин еду, ты свободен? Поговорим в другой раз, Али. Сейчас полиция здесь. Есть недоразумение? Что? Хорошо, я перезвоню тебе. И что сейчас делать? Прошу прощения. Я не знала, прости меня. Откуда тебе знать? Я ведь не рассказывал. Я не смог. Может, пойдем? Холодно уже. Давай что-нибудь выпьем горячего. Согреемся. Хорошо, пойдем. Не берет. Не хватало этого. Зарядка села. Проклятие, что делать с этой машиной? Абонент недоступен. Позвоните позже. Надеюсь, ты сделал это, Али. Ну, жди, большое спасибо. Пойдем. Ты что, побил их, да? И поэтому я забираю тебя? Ну, жди. Я прошу прощения. Слушай, Рахмет, ты пошел к ней на вечеринку. От полиции спасла я тебя. Не забывай об этом. Ладно, пойдем, такси ждет. Добро пожаловать, брат. Да что с тобой? Даже не спрашивай.
Где сестра? Вышла, скоро придет. Что делаешь в такой час? Я написала Сре, жду ответа. Сколько уже часов, а? Много уже. Прошло много времени, брат. Ну и все. Значит, не ответит. Спи уже. Брат, они поссорились. Очень сильно поссорились. Я боюсь. Если бы что-нибудь было, она бы написала. Написала. Хикмет, спаси меня. Что происходит? Может быть, что-нибудь сделал? Брат, где она? Ради Аллаха, спроси. Где ты? Бейлик-Дюс. Дома у мамы. Адрес написала. Поедем, поедем, брат. Давай. А ты еще кто? Брат Барыш здесь живет. Да, здесь, но его нет. В чем дело? Машину привез, можете ему передать? Конечно, давай ключи. Они не нужны, там кнопка есть. Хорошо. Хорошо. Я так устал, уже кровать мерещится. Я голоден, брат. Желудок уже болит. Мама фасоль приготовила. Вкусная, блин. Ненавижу устраивать нападение на отели. Ты же знаешь. Такие соседи смешные. И не говори. Если бы не комиссар, их бы задержали. Внимание! В районе Ахлык машина. Похищение. Обратите внимание. Мы поблизости. Обратим внимание. Будем действовать. Да ладно. Опять похитили машину? Дай Аллах, брат, это она. Жми, жми, давай на газ. Жми. Погоди, у меня и так нет прав. Давай не будем привлекать внимание. Брат, езжай отсюда. По дороге главный. Хорошо, хорошо. Вот машина. 34ТЖ-0005. Остановитесь. Я говорю, остановитесь. Он нам говорит. Сбавь скорость. Он будет просить права. А что делать? Жми на газ тогда. Нужно к Сре. Не глупи. Это же полиция. Шутить нельзя. Ты не понимаешь, мы не успеем к Сре. Я потом не прощу себе этого. Блин, Хикмет, а? Хорошо, хорошо. Остановите машину. Посмотрите на его смелость. Сверни сюда, сверни. Это разве фильм? Сворачивай, говорю, в чем дело? Хорошо. Они потеряли наш след. Клянусь, нам повезло. Потеряли? Разве это так легко? Как нашли нас? Вы не смогли далеко убежать. Вот тебе. Говорил, жми на газ, жми на газ. Брат. Выходите из машины. Выходите. Даже оружие вытащил.